Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия приглашает пожилых граждан оформить заграничные паспорта. Тех, кому за 60, сотрудники подразделения будут ждать 28 сентября с 15 до 17 часов на проспекте Невского, 17. В Петрозаводске с 5 по 14 октября пройдет 24-я сельскохозяйственная ярмарка. В этом году много заявок как от местных хозяйств, так и от фермеров из других регионов. Такую активность связывают с высоким урожаем. В России с 2019 года автомобилистам и байкерам начнут выдавать новые номерные знаки. В первую очередь изменения затронут мотоциклетные номера. Знаки станут меньше в размерах и будут помещаться на зарубежных байках. 26 сентября с 12 до 13.00 по телефону 78 30 26 на вопросы горожан ответит заместитель начальника управления социальной защиты администрации Петрозаводска Светлана Валерьевна Иванова. В России утвержден список грубых нарушений управляющих компаний, за которые их можно лишить лицензии. Среди таких неисправность лифтов, газового оборудования и задолженность перед энергетиками. Сегодня в Карельской филармонии состоится открытие абонемента «Юбилейный». Название дано в честь 85-летия симфонического оркестра. Вместе с музыкантами на сцену выйдет одна из самых именитых пианисток России Екатерина Мечетина.